В ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района свой 88-й день рождения отметил один из старейших членов партии «Единая Россия» Борис Абдул-Кадырович Текеев. О поздравлениях и подарках имениннику в материале Ахмата Халкечева. Поздравительный адрес от секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака имениннику зачитала исполнительный секретарь Зеленчукского районного отделения «Единой России» Ирина Шерстюкова. Таких членов партии очень мало осталось, и мы каждому стараемся уделить внимание. Кому исполняется нашим членам партии за 85 лет, мы всех стараемся не оставить без внимания. Помимо теплых слов поддержки и поздравлений, гости преподнесли имениннику еще и подарок, в котором он очень нуждался. Думаю, тоже какой-то я буду сделать, преподнести подарок. И вот спасибо уроженцу нашего аула Дулаеву Айсе, который откликнулся на нашу просьбу и приобрел для него холодильник. У него там что-то была проблема с холодильником. И вот решили преподнести письмо от «Единой России». Такой подарок ему сделать. Человек все-таки уже в возрасте, ему уже 88 лет. Пользуясь случаем, я хотел обратиться к жителям нашего аула и республики, поздравить всех с праздником Ораза-Байрам. С завершением Ораза-Байрам я хочу, чтобы завершился и этот коронавирус. И чтобы люди ценили друг друга каждый момент, когда мы видим друг друга. Борис Абдул-Кадырович в рядах партии «Единая Россия» со дня ее образования. И в свои почтенные 88 лет он остается человеком с активной жизненной и гражданской позицией. Человек, когда он беспомощный, кто поздравит, кто скажет хорошие слова, как-то поднимается. Спасибо. Борис Абдул-Кадырович, как и многие его сверстники, с самых юных лет знаком с тяжелым физическим трудом. И в поздравительном адресе от руководства партии особо акцентируется чувство гордости за поколение, внесших неоценимый вклад в великую победу и восстановление страны. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия.